Так, где пятерка? Атура, берег. Оберег. Оберег. Я так понял. Кстати, я вчера послушал, это грустный трек. Ну как прослушал? Перед сном, помните, врубали на весь фон? Вроде грустный трек. Там, блин, анимацию не видно, у меня свет в глаза херачит, я ничего не вижу. Там анимация, черт. Ночкой темною, притемною. Ничего не видно. Блядь, не видно. Свет. Волну с корзиною плетеною. Мне просто посмотреть надо, я не вижу. Реки, что зашуршало тенью в камышах. От испуга слышен детский крик. Блядь! Это, знаете, вайбы какой-то песни про это, девушку, дочь луны, или как так называется, помните? Про цыганку. Какие-то такие вайбы. Тихо, малыша, я реально не видел. Рукой косматою достал старик. Ветер стонет у дверей, надо чем-то подпереть. Волны бьются. Это пятерка на фоне? Не, реально это сказка, это сказка. Соваться в логово да к лешему. Неважно, пеший пуще был бы конь. Пятерка так? Скоро малец, и ты поешь его. Пока лакай хмельное молоко. Ты не по дням растешь, а по часам. Мой оберег спасет от бед людских. Знаешь, когда-то я был мальчик сам. Мне время тлеть теперь. Ну что, в дерево превратился? Вести. Ветер стонет у дверей, надо чем-то подпереть. Волны. Это этот мудрый дух. Береги мой оберег. Дымка стелется апрель. Прикол. Убаюкает звери. Кто качает колыбель? Человеку на лезвие. От берега до берега. От берега берега. Сука, почему вайбы шаманы здесь? Сука, это реально вайбы шамана. Ну, ребят, я не могу сделать ничего с собой, когда вижу человека в поле, который поет там. Это вайбы шамана. То есть да, это красиво, но это реально вайбы шамана. Я опять потерялся, извините, пожалуйста. Береги мой оберег. Дымка стелется апрель. Убаюкает звери. Кто качает колыбель? Человеку на лезвие. От берега до берега. От берега берегай. От берега до берега. От берега до берега. Это повторение уже кадров, кстати, которые были до этого. В общем, экспертное мнение. Мне нужно в КС зайти, чтобы это повертеть ползунки или не надо. В общем, если серьезно, по треку, как эксперимент, очень неплохо, на мой взгляд. Очень интересно, потому что в основном у нас стримеры, если и пишут, а я думаю, здесь можно сказать, как стримеры, ютуберы пишут, либо какой-нибудь прикольный рэп про там BMW, золотые диски, про всяких непонятных тиктокерш и так далее, и так далее. А тут у нас не просто серьезные темы, я бы сказал, сказочная тема. Что-то по типу, получается, фольклора, фольклорный какой-то. Это интересно, это реально интересно. Можно докопаться, конечно, до некоторых рифм и так далее, но это душно, господи, зачем? Поэтому скажу, что, в принципе, как эксперимент, учитывая, что это первое, наверное, что мне просто приходит в голову, это очень круто, правда. Но вайбы шамана вот здесь, это... Я про тебя, почему это никто не уловил? Ну это же реально этот шаман, ну это правда, это шаман, который орёт там, та-та-та-та-та-та, это шаман. Девочка хочет, чтоб ты сгорел нахуй. Чтоб ты сгорел нахуй.